Так-так-так, а вот и они. И жили они долго и счастливо. Доброй ночи, дорогая. Это мой шанс. Я иду за тобой. Фу, еле пролезла. О, что это было? Не бойся, крошка. А? О, не трогайте меня. Вот ты и попалась. Что с тобой? Я ошиблась комнаты. Ну и монстр. О, нет, только не это. Как круто! Тебе здесь не место. Возвращайся в свой мир нердов. Может, ты станешь моей новой мамой? Я не готова. Иди домой. И что мне теперь с ней делать? Пожалуйста, это совсем не сложно. Одна подпись и все. Да что ты себе позволяешь? Это возмутительно. Я влипла. Смотри, я теперь как ты. Пожалуйста, не делай этого. Нужно что-то придумать. Так, точно. Как насчет колеса преображения? А, ты готова? Мы с Дэдди хотели ребенка. Но точно не планировали нёрда. Подберем тебе образ получше. Тут собраны самые сливки. Надеюсь, мне повезет. А кто это? Только не нёрд, умоляю. Так, другое дело. Ура! Я что, и вправду стану вампиром? А как мы сделаем клыки? Не переживай об этом. Идем со мной. Привет, док. Моей дочке нужно нарастить вампирские клыки. Рар! Никаких проблем. Но сперва обсудим оплату, а? Они у вас из золота. Мы сделаем такие клыки. Боюсь, можем позволить себе только мечтать о них. Увы, но у нас нет столько денег. Тогда мы не сможем вам помочь. До свидания. Идем домой, детка. Маме, прошу тебя. Ладно, крошка, только закрой глаза. Ну что, док, разберемся как взрослые. Аш! Спасибо за работу, док. Нам пора. Что она со мной сделала? И долго она будет это делать, а? Фу, еще эти прыщи. Пора от них избавляться. Только этого не хватало. Это может сработать. Молотые кофейные зерна используем как скраб. Ага. Вау, как пахнет. Это еще не все, малышка. Трум-трик. Моя кожа, здорово. Не стоит благодарностей. Спасибо, маме. Это все кофе. Что с ним? Крошка, это пригодится. Добрый день. Запакуйте, пожалуйста. Я тебя сейчас запакую. Ты как из коробки выбралась? А? Полезай обратно. Это какая-то ошибка. Выпустите меня отсюда. Я не игрушка. Так, нужна шумоизоляция. Только не это. Ну все, ты доигралась. Эй, я же просто пошутила. Пока придумай шутку получше. А я возьму то, зачем пришла. Отлично. Детка, это тебе. Ух ты, набор для создания блеска. Давай я помогу с распаковкой. А вот и наши ингредиенты. Давай откроем все баночки и смешаем их содержимое. Осталось добавить немного воды. Заполним контейнер. Твой черед. Выбирай цвет. Я ведь вампир, конечно же, красный. Отличный выбор, будет очень красиво. Супер, осталось перелить в удобный контейнер. Теперь пусть застынет. И готово. Можешь попробовать, крошка. О, так быстро, сейчас посмотрим. По-моему, неплохо. И что же выбрать? Натуральный блеск. Спасибо тебе. Ну что, попробуем еще? Малышка, что с руками? А что не так? Давай я возьму перчатки. О, ни в коем случае. Мы разберемся и без них.
Прошу, надень это. Скоро тут все будет блестеть. Не бойся, у меня научная степень в маникюрных делах. С этим раствором ты забудешь о грязных и некрасивых ногтях. Вау! Трум-трик! Супер-пена готова! Можешь окунуть в нее руки. Маме, мне страшно! О, дорогая, где нейтрализатор? О, а где мои ногти? Только не это! Пранк удался. И как ты купилась на это? Смотри, все хорошо. И со мной, и с ногтями. Они еще никогда не были такими красивыми. О, привет, ребята. Если хотите, чтобы я тоже пранканула дочку, то ставьте лайк. Поверьте, я и такое устрою. Я совсем не похожа на вампира. И маме забрала всю косметику. Как стать вампиром без крутого мейкапа, а? О, что это? Присаживайся ко мне, я тебе все покажу. Это игра «Закрути и получи». Смотри. А вот и первый приз. Тушь для ресниц. Теперь ты попробуй. Это будет несложно. Оу, я же хотела косметику. Это же куда лучше косметики. Я тебе покажу. Временное тату – очень оригинальное украшение. Вау, как будто у меня стрелки-бабочки. Тебе очень идет. А я показывала тебе свою тату. Оу, знакомые руки. Кажется, самое время для ответного пранка. Сыграем с ней в интересную игру. А моей победой станет ее изумленное лицо. Готово. Оу, что это здесь? Это все неспроста. Может, под кружками призы? А? Я так и знала. Я сорвала джекпот. Что дальше? Ого, да мне везет. Фортуна на моей стороне. Осталось забрать последнюю сотню. Нет! Какая гадость. Маме, это ты сделала? Видела бы ты свое лицо. Какой аппетитный. Детка? Мам, помоги достать. О, как всегда вовремя. Не двигайся. Тебе нужна расческа посерьезней. Эй, верни. Что-то прицепилось. Неловко. Ага, а вот и оно. Теперь сплести тебе косички. Это сущий пустяк. Ух ты, прикольно. Есть кое-что прикольнее. Это может стать неплохим украшением. Смотри, малышка, красные розочки отлично дополнят твой образ вампира. И я смогу ими перекусить. Отличная идея. Минутку. А где мой чизкейк? Но как? О, он так вкусно пах, а я не ела еще со вчера. Скорей, обед! Прошу, детка. Приятного аппетита! Бэ, что это такое? Ты же вампир, тебе нужна кровь, не правда ли? Ну ладно. Пей, я скоро вернусь. Надеюсь, я успею. Ну вот, по цвету абсолютно такое же. Переливаем кровь в пустой пакет. Это уже куда лучше. Какая же ты умница. Что-то так в горле пересохло. Не пей! Не вредничай. О-оу. Лишь бы пронесло. Какое странное чувство. Сок просто отличный. Только взгляните на эту уточку. Пускай будет у тебя.
Мой автопортрет тебе на память. Конечно же, ланч. И твои документы. Ты готова? Ну нет. А как же наряд? О, только не нервничай. Сделаем тебе вампирский наряд. Черный фатин отлично подойдет для этого. Вуаля, теперь прострочим. Получилось неплохо. Трум-трик. Вау, маме, ты самая лучшая. А теперь... Мамочка, не надо! Оу, что это было? Вау, как красиво! Я рада, что тебе понравилось. А теперь к самому важному. Ну что за вампир без летучей мыши? Знакомьтесь. Ух ты, можно поиграть с ней? Нет, ты что? Она не для этого. Трум-трик. А вот и плащ для моей малышки. Прекрати, он мой. Он будет моим. Перестаньте, давайте лучше сыграем. Согласна. Замечательно, тогда прошу к столу. Не думай, что одолеешь меня. Детка, расскажешь правила? Сперва надуваем шарик, а затем сдуваем стаканчики. Начнем! Ага, ну сейчас я тебя перегоню. О нет, как же так? Ха, лузер! Получается, я должна отдать тебе плащ? О, это было нечестно. Ну не плачь, вот тебе утешительный приз. И вправду мне? Да, вот тебе немного крови. Ух ты, круто! С днем рождения, малышка! Спасибо, маме! Давай отрежу тебе кусочек. Фу, я не люблю сладкое. А вот от крови я бы не отказалась. Но у меня уже все закончилось. О, прости, малышка. Ну и что это за праздник? Думаю, здесь будет посытнее, чем дома. Только нужно пройти незамеченный. Кажется, я на месте. Кто это? Это я! Уйди отсюда! Только если с твоей кровью. Отлично, еще и перекусила. Идем, малыш, у нас много дел. Трум-трик. Ну вот, почти прилетели. Самое вкусное в доставке – это курьеры. Я дома и не с пустыми руками. Ты опять воруешь детей? Аж! Ну а как тут удержаться? Хватит! Как так можно? Она же совсем маленькая. Ага, от этого еще вкуснее. Вставай, малышка, умница. И только попробуй к ней притронуться. Ну и зануда. Какая хорошенькая. Добро пожаловать в семью. Где вас носит? Вы вообще видели время? Нельзя опаздывать в первый день. Окей. Вечно она на нас кричит. Эй, почему не открывается? Я же вампир. Ха, ты это видела? Ну ты лузер. Надо было тебя съесть. Что? Не слушай ее, малышка. Аш! Аш! Ладно, беру слова обратно. Только не трогай меня. Мамочка, мне страшно. Крошка, не стоит бояться. Все через это проходят. Вот, взгляни. Вау, я стану такой же? Конечно, только нужно немного времени и терпения. Давай я тебе кое-что покажу. Это наш семейный альбом. Смотри. А почему меня здесь нет? Сейчас мы это исправим. Тебе нравится это фото? Теперь оно будет здесь вместе со всеми. О, предательница. Я тебя так люблю. Мне она такое не говорила. Ну и не надо, я улетаю. Ого, я тоже так хочу. Ты в порядке? Думаю, она скоро устанет. Ну или не скоро. Давай, ты уже час пробуешь. Лети. Я не могу. Ну за что мне это? Ладно, у меня есть одна идея. И что бы вы без меня делали? Сперва разложим лист плотной бумаги. Рисуем контуры крыльев. Затем вырезаем. Трум-трик.
Лекало готово, а теперь прикладываем трафарет к ткани, обводим форму белым маркером, не пропускаем ни одного изгиба. После того, как все готово, можем вырезать ткань. Повторяем тром-трик. Осталось лишь добавить детали и крепления для крыльев. Трум-трик! Супер! Таких крыльев нет даже у Верховного. Малышка, иди ко мне. Ух ты! Мамочка, это мне? Так точно. Спасибо, это лучший подарок. А теперь идем. Настоящий вампир – это не только крылья, но и клыки. Давай потренируем твой укус. Я готова. Кусай сюда, прямо в шею. Хрусь и все. У тебя точно получится. Он что, пластиковый? Нет, я не буду. Ну что же такое? Постой, придумала. А вот и все, что мне понадобится. Сперва замешаем немного желатина. Теперь добавим красного пигмента для правдоподобности. Должна получиться густая и сладкая кровь. Теперь поместим наше лакомство внутрь перчатки, переливаем и оставляем до остывания. Ну что, может, попробуем теперь? Только перед практикой остудим наше кровавое желе. Готово! Да, то, что надо. Скорее в гостиную. Итак, поможешь мне? Конечно, мамочка. Главное, самой не порезаться. А теперь то, для чего мы так готовились. Кусай! Ничего себе! Отлично! Спасибо, мам. Было вкусно. Я ведь могу доесть? Какая маленькая прожора. Не уходи. Я и не собиралась. И очень зря, маленькая заноза. Ну и что это? У тебя клыки дырявые? Фу, никаких манер. Вот возьми и отмой, пока другие не увидели. Что? Мама, меня обижают. Дорогая, я вернулась. Что здесь происходит? Сама перестань. Что за драки? Лео, не доставай младшую. Я просто хотела помочь. Ага. Ну как ты, малышка? Поможешь мне еще? Конечно. Красным термоклеем заполняем формочки для крыльев и другие молды. Пока клей не остыл, опускаем булавки в молды. Тром-трик. Пины готовы. Нужно скорее показать их малышке. Вау! Даже стирать не пришлось. Спасибо. У нас еще есть много дел. Из чего она так к ней привязалась? Пришли. Думаю, тебе это очень пойдет. Трум-трик. Просто прелесть. Да, я тебя обниму. Тебе нравится? Мне не нравится. Он был мой. Ла-ла-ла-ла. Вампиры рулят. Бегите, крестьяне. Что? Мои глаза. А ну прекрати. Хватит. Отдай это сюда. Мама! Сама ничего не можешь. Я беда. Лео, ты опять за свое? Что, мой цветочек? Что стряслось? Иди к мамочке. Ну, мам, я просто игралась. Хочешь новую игрушку? Еще спрашиваешь? Ха, тогда начнем. Ножницами делаем отверстие в бутылке, отрезаем верхнюю половину. Поверь, я в этом мастер. Ну вот и готово. А что дальше? Теперь наденем носок на открытый край. Это чтобы она не простудилась? Ха-ха. Нет, малышка, сейчас увидишь. Так мы все же будем стирать? Лучше. Мы будем пускать мыльные пузыри. Только мы вампиры, поэтому и пузырьки у нас будут кровавого цвета. Добавим пигмента, и все готово. Обмакнем в мыльную воду и вперед. Аш-аш. Ничего себе! Как круто! Давай, мама, еще выше! Какой прекрасный вечер! Ты согласна? Ага! Какая гадость! Фу! Мои... Что? Кто это сделал? Упс! Извини! Тише, девочки, не ссорьтесь! Да я от нее живого места не оставлю! Тебе здесь не место! Лео, умойся и возвращайся! Давай! Мы снова одни. Давай, малышка, на чем мы остановились? Пип на нос. А теперь... Нет, не надо. Ну куда же ты, такая странная? Я же хотела налить ей сока. Очищаем зернышки от кожуры. Теперь набираем в шприц побольше ядрышек.
Замечательно. Кому гранатовый фреш? Так мы не будем делать уколы. Нет, есть другой способ получить полезные вещества и витамины. Малышка, все готово. Угощайся. Надеюсь, тебе понравится. Очень сладко. Спасибо, мама. Не поняла, кто запер двери? Эй, откройте. Ага, запасной ход. А я говорила маме, что тут тоже нужно убирать. Ничего себе! Кажется, я была права. Пойдешь в мою личную коллекцию. Просто супер. Ладно, нельзя отвлекаться. Посмотрим, чем занята эта вредина. Думаю, это мой шанс. В этот раз мамочка тебя не защитит. Ну что, лови, сестренка. О! Упс, осечка. Как странно. Откуда оно тут взялось? Что за шум? Дорогая, ты здесь? О, нет! Что здесь произошло? Я пропустила охоту? Ничего страшного. С тобой все в порядке? Ага, лучше всех. Думаю, это стоит отложить. А почему? Иди пока поиграй, ты все скоро увидишь. На листе картона размечаем форму нашего телефона. Теперь обернем его распечаткой панелей. Трум-трик! Следующий шаг – это расплавить мыло. Затем можно заливать им картонную копию телефона. Равномерно заполняем форму мылом. Укладываем туда фальшивый телефон. А сверху заливаем остатки мыла. Для красоты добавим немного блесток. Ха-ха. Теперь нашему творению нужно дать время на остывание. Трум-трик, и мылофон готов для пользования. Ух ты, какой твердый! Только никому ни слова. Ну вот, я никогда это не отмою. Вот ты где, а вот и твой телефон. Спасибо. А как снимается этот чехол? Может, его можно оттереть? Стоп, что? Это не настоящий телефон. Мама, мой телефон превратился в картон. А я даже не заметила. Вот, забирай. О, спасибо, совсем другое дело. Объедение. Эй, детка, подумай о своих зубах. Как же ее отвлечь? Знаю. Может, ты хочешь пойти к дантисту? Аш! Дантист? Подумаешь, дантист. И что? Серьезно? Не сработало? Ха, ну ладно, тогда я сама. Если есть много сладкого, то оно начнет есть твои зубы. Чтобы им помешать, нужно тщательно чистить зубы. Каждый день, понятно? Ну да, ничего сложного. Давай попробуем на макете. Смотри. Кариес так боится пасты, что сам убегает. И вуаля, чистые, а главное, здоровые зубы. Ну ничего себе. Если я буду чистить зубы, у меня будет так же. Тогда я в деле. Умница, дочка. Не буду отвлекать. Ну да, лучше я поем. Я все вижу. Куда я его положила? Может, сюда? Да где же он? Юная леди! Мама! Присядь. Посмотри, у тебя же шнурки развязаны. Хочешь упасть и пораниться? Запоминай, следующий завязываешь ты и последние петельки. Давай пять. О, я знаю, кто должен упасть и пораниться. Лео, я знаю, как ты любишь пранки. Думаю, ты оценишь и этот. Посмотрим, какая ты акробатка. Мои ноги! Вот уморок, какая же ты неуклюжая. А Лео упала. Ну, давай играть. Прекрати. Ох, знаешь, у меня есть кое-что для тебя. Не нравится мне это. Смотри, что у меня есть. Сейчас я все покажу. Ты ведь уже слышала о голограммах? Сейчас мы кое-что попробуем. Вау, как настоящее. Эй, куда она? Наверное, унюхала вкусняшку. Будешь? Это что, палец? Ну да, это самая вкусная часть. Какой кошмар. Я вампир, бойтесь меня. Эй, хватит кричать, тебе пора ложиться спать, давай. О, наверное, ты права. Ну все, укладывайся поудобнее. Я прочитаю тебе сказку. Однажды в далеком-далеком лесу... Я уже читала эту сказку. Жили... жили... Ну кто там жил? Эй, проснись. Что? А, точно.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок поскорее уснул, есть один лайфхак. На бумаге размечаем контуры гробика, вырезаем и размещаем на картоне. Наводим контур по всей длине рисунка, снова вырезаем. Отмеряем достаточное количество пергамента и соединяем его с рамкой. Теперь нашему экрану нужна стойка. Я сделала ее в форме лужи крови. На чем мы остановились? Там жил большой паук. Ну и скукотища. И его подруга летучая мышь. И потом пришла мудрая кошка. О, а можешь тут поставить на паузу? О, малышка, ты уже спишь? Такая милая. Люблю тебя, сестренка. Кажется, я готова. Напишите в комментариях, какие пункты мы выполнили, чтобы стать вампиром. Проверим. Крылья летучей мыши на месте. Укус тоже здесь. Плащ сшит, как на заказ. Белая кожа, малышка, да ты Белоснежка, ты готова. А, ну что, семья, кажется, вы уже опаздываете. Идите, я вас догоню. Мы вовремя. Лео, ты присмотришь за сестрой? Все будет в порядке, мам. Постой, у меня есть подарок для тебя. Уверена, он тебя защитит и всегда будет напоминать обо мне. Я горжусь тобой, доченька. А теперь идите. Ох, мои девчонки. Эй, Бетти, не хочешь перекусить? С радостью. Почему нам не задают просмотреть рилсы или хотя бы шорцы? Я была бы отличницей. А вот и завтрак. Здесь точно хватит на двоих. Тогда я возьму пробу. Ее что, покусал граф Акне? Взгляни. Как-то обойдусь. Вы мой новый репетитор? Да что там такое? Что двое? О, так, Бетти, держи себя в руках. Мелани, помоги мне. Я не могу. Ну уж нет. Это ты нас сюда привела? Я сваливаю. О, вы вампиры? Да, но я не знаю, как тебя съесть. Есть идея? Согласись, из чистого бокала куда приятнее пить. Это просто идеально. Ну что, сделаем из тебя красотку? Так уже гораздо лучше. Ничего себе! Да ты волшебница! Это все мой гаджет. Кажется, ему нехорошо. Ну а теперь к основному блюду. Оу, ты издеваешься? Не выношу самообслуживание. Ладно, у меня есть кое-что. Без щетки мои клыки не были бы такими острыми. Тут не обойтись без угольной пасты. Так, отвернись и открой рот. Вот так уже куда лучше. Ой, я не могу сомкнуть челюсть. Ничего, я сделаю это за тебя. За тобой хоть кто-то присматривает. Я Альфа, Вулф. Альфа, грязнуля. Да там целая серная шахта. Я не собираюсь оставаться голодной. Но и отравление мне не нужно. Придется чистить тебе уши. Думаю, вакуумный очиститель справится. Только не дергайся. О, нет. Фи, какая гадость. Странно, что она меня до этого слышала. Так, проверим, все ли это. Да у тебя не уши, а целый пенал. Вау, спасибо. Я больше не буду прятать ручки в уши. А, отпусти меня. Это я тебя съем, а не ты меня. Ну ладно. Ты уже выглядишь куда аппетитней, булочка моя. Уже не терпится тебя попробовать. Ха-ха, мне кажется, хватит даже для Мелани. Постой, у меня есть кое-что получше. Я сама приготовила. Угощайся. Ничего не имею против закусок. Неплохо пахнет. Ну как тебе? Просто деликатес. Дашь рецепт этого соуса? Конечно, могу добавить. О, благодарю, это просто объедение. Да, в этот раз получилось очень вкусно. О, объелась, как за две охоты. О, может, еще кусочек? Уже не полезет. После такого плотного обеда не помешает крепкий сон. Эй, кажется, моя гостья кое-что оставила. Думаю, она не будет против. Интересно, тут есть блестки Эдварда? Эй, почему коробка не открывается? О, идея! Доска Уиджи – это мейнстрим. Я за олдскульные ритуалы. Трун-трик! Что? Снова ты? Где манеры? Я же кушаю! О, вот это будет пранк. Вампириус Трун-трик! Обожаю кровавые ванны. О, прекрати это делать! Немедленно! Трун-трик! О, нет! Не так быстро!
Так, ладно, что тебе от меня нужно? Открой, пожалуйста, бьюти-бокс. А, и всего-то? И ради этого ты меня отрываешь от дел? Ладно, я открою его тебе. Откройся! Ну вот, держи, зануда. Здорово, я хочу быть как она. Да запросто. Ты попала в правильные клыки. Для начала сменим гардероб. Вампир без плаща, как рыба без плавников. Примеряй. Так, не крутись, а то воротник выпадет. Ты довольна? Называйте меня Баффи. Спасибо, посмотрюсь в зеркало. Паша, бойся меня. Пожалуйста, не надо. О, у всех так. Что это за ужас с лямками? У какого бездомного ты это украла? Чеснок? Упс. Я на минутку. Придется сделать новый рюкзак. Оно и к лучшему. Черный бархат просто идеально. Разметим очертания нашей сумочки. Главное покрепче держать болванку. Угу. Жалко, у меня нет циркуля с маркером. Готово. Вырезаем наш кружок. Угу. А вместо стенок воспользуемся тем же кругом из картона. Теперь соединяем элементы нашей сумочки термоклеем. О, одна стенка хорошо, а две лучше. Трон-трик! Какая стильная. Угу. Добавим вампирский тюнинг, покрываем обратную сторону летучей мыши термоклеем и усаживаем по центру сумочки. О, с рожками она будет куда готичней. Ха-ха, то, что надо молодому вампиру. Вау, мне все нравится, но чего-то не хватает. Точно, нужен ремешок. Вот только цепь куда брутальней. Назову это система антивор. Никто и не подумает лезть в такую сумку. Эй, малышка, смотри, что у меня есть. Иди сюда. Теперь у тебя есть настоящий вампирский рюкзак. Ух ты, совсем как у вампиреллы. Спасибо, Бетти. Ну, перестань. О, что? Целый каталог серебра? Какой ужас. Хотя вот эти вроде ничего, и это неплохое. Но вот это лучше. Сколько? Нужно проверить наличные. Пусто. Когда я только успела все потратить? Ну, хоть монетка. Хотя стойте. Я могу сделать такое же сама. Колечко от брелока и бутылочка? Думаю, этого достаточно. Дорогу новой ювелирной звезде. Сперва нужно соединить основу и украшение. Угу. Сделаем это с помощью клея-пистолета. Должно быть надежно. Теперь черным термоклеем сделаем оплетку вдоль всего кольца. Будет похоже на темные щупальца. Пока клей не застыл, нанесем пару драгоценных камней. Шикарно. Нельзя оставлять бутылочку пустой. Алло, Трун-трик доставка, жду вас. Трун-трик доставка. Вы как раз вовремя. У меня уже в горле присохло. А, прекрасный урожай. Оставлю себе немного. Думаю, этого достаточно. Точно, совсем забыла про кольцо. Теперь оно по-настоящему вампирское. Только не выветривайся. Вот и молодец. Он еще здесь? Спасибо, что... И вам спасибо, что зашли. До свидания. Кажется, понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.